Добрый вечер. Это «Вести Москва». Расскажем все самое интересное, что произошло в столице. В студии Николай Зумчик. Вот что будет в программе. Погодная лихорадка. Я думала, что я там сяду и останусь в этой луже навсегда. Ситуация ужасная. Воды на полколеса, наверное. Столичные улицы превратились в полноводные реки. Электронные сертификаты. На покупку детских товаров столичное правительство сегодня приняло несколько важных социальных решений. Территории хорошего настроения. Небольшие, может быть, парковые какие-то зоны, скамейки, где люди могут отдохнуть. Как благоустроить зоны на местах снесенных самостроев, архитекторы представили десятки проектов. Из детсада в школу и обратно в Южном Бутове появится первый, но не последний в Москве детский сад в «Трансформе». Пору строить ковчег. Сегодня на Москву вылилась чуть ли не половина месячных.